Лепче, скажи всем привет. Мам, почему камни зеленые? Мам? Мама? Ау. Света маловато. Нет. Я не такая смелая, как выгляжу. Блин, пацаны вообще бесстрашные. Там написали. Господи. Вау, это мы на Каркой горе там были. Взлетная полоса, вот это видно. А где взлетная? А, вон она. Уже на Микки Мауса. Вот такая дорога, серпантин. С крутыми поворотами. Ой. Тут, наверное, дрифтили. А что это за черные тачки? Гора интересно, такая. Интересно, камень бросить. Да, он посадил. Вот этот серпантин, по которому мы ехали. У меня вот здесь появляются две полосочки. И вот я могу нажать. Здесь поснимать. Потом сделать паузу. Никуда, просто снимай. Сейчас интернета нет. Все, я буду снимать. У меня тоже появляются две полоски. Mm-hmm. А, появляются, да? Да, вот смотри. Ага, вот точно. Вот
сюда поедем. В другую сторону? В какую поедем? С нас взяли 4 евро, по 2 евро с человека, детям до 12 лет, бесплатно. Негашев мавзолей. Свет в конце тоннеля. 450 ступеней надо пройти вверх. По тоннелю. Идем. Ой, дышу, не могу отдышаться. Ничего не вижу. Что снимаю? Вот, закончила я восхождение. 450 ступенек, но быстро я пробежала. Высота 1700, наверное, если не больше. Везде туман. Вот мавзолей Негуши. Это мне сегодня место велосипеда и моря. Здесь наверху 7 градусов. В машине показывал. Здесь, наверное, все 5. Очень освежает. Но вообще не холодно. Ступеньки, конечно, дают много тепла. Так что это не проблема. Глеб. Олицетворяет мать и отца эти статуи. Идем внутрь. Орел и Петр Негуши. Акустика здесь такая. Очень.
Ёлки-палки. Не снимала, оказывается. Вот это только я так умею. Пролетают облака. Не надо трогать. Мальчик такой хороший здесь сидит. Не знаете, случайно, кто это? На моего похож. Мальчик, тебя как зовут? Ты случайно не Глеб? Я Глеб. Случайно не Газиев? Газиев. Ой, так это ж мой сын. Пойдем домой, мальчик. А теперь... Для тебя это просто игрушки, наверное, тебе кажется. Это не... Вон там мы приехали. Пошел град. Мы зашли в ресторан покушать. Хотя мы с собой взяли бутерброды. Взяли чай. Здесь пошел град. Хорошо, что мы уже вернулись. Мы здесь сидим у печки. Внизу 22 градуса. Да, внизу 22 градуса, а наверху, наверное, 5. Гром. Гром слышно. Это погодка классная. Мальчик какой-то опять пробегает. Солнце. Мальчик, тебя случайно не Глеб зовут? Че? Тебя случайно не Глеб зовут? Нет, меня зовут Андрей. А, Андрюшенька. О, туда можно.